Карапуз представляет. Привет, малыш! Сегодня я хочу вместе с тобой рассказать тебе и показать новые, вернее, старо-новые модельки машинок. Итак, начнем с москвича. Один из самых старых москвичей, ну не самых, вот, которые есть у нас в коллекции, это москвич 403. Следующая модель тоже москвича 407. В нем поставили чуть-чуть мощнее двигатель и изменена решетка. Теперь, малыш, твоему вниманию 408 москвич, красавец, уже яркие цвета начали появляться, новая форма кузова, новая решетка, фары, красивые сзади стопы, бампера никелированные. А это москвич очень популярный. 2140 твоему вниманию.